Neid metsi majandab siis Riigimetsa Majandamise Keskus, millel on erinevad kultuurid, nagu üks on näiteks Sonda metskond. Ega ma teile nagu pikalt ja laiat sellest nagu eriti rääkida ei tahaks, sest mäletades ise, kui ma sama vana kui teie olin, ei meeldinud mulle ka, et mingisugune vanem mees siin seletab mingisugustest numbritest ja asjadest hästi pikalt ja teeb. See välikohtest olete natukene targemad. Siin ei kirjutata pikalt ega räägita palju, aga sellised üldised asjad on teha. Iga laps võiks seda läbi lüüda, see on päris kohtus. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом друг человека. Кого всех? Нифига себе, он так сильный. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive, yeah!